Забытая война. 11 ноября исполняется ровно 96 лет со дня окончания Первой мировой войны. В честь этой знаменательной даты в Вологодском доме офицеров открылась выставка «Война и люди 1914-2014». Там представлены уникальные экспонаты, рассказывающие о бытии и культуре начала 20 века. С подробностями Егор Канавин. Солдатские фляги и кружки, элементы военного обмундирования, старинные шкатулки и предметы быта. Экспозиция в Доме офицеров насчитывает десятки уникальных предметов, некоторые из личных архивов, другие найдены во время поисковых экспедиций. Кроме того, на выставке можно увидеть фотографии дореволюционной Вологды и ее жителей, познакомиться с документами времен Первой мировой и посмотреть необычную коллекцию миниатюрной военной техники и игрушечных солдатиков. Собрать такой объем материала удалось общими силами. Историков, представителей вологодских патриотических организаций, участников поисковых отрядов. 2014 год – столетия начала Первой мировой войны, и эта экспозиция подводит своеобразный итог их работы. Задача этой выставки не только подвести резюме этому году, но и кинуть своеобразный мостик в будущее, чтобы все-таки тема не только столетия Первой мировой жила, но и тема Первой мировой вообще – ее роль в истории нашей страны и роль тех людей, которые тогда воевали. Вологжан для нас в первую очередь. Одними из первых выставку посетили ученики 29-й школы и студенты Вологодского педагогического колледжа. Ребята не сомневаются, изучать историю таким образом гораздо интереснее, чем по страницам учебников, ведь эти экспонаты – живой отголосок тех лет. Это очень интересно, потому что выставки проводятся редко, а здесь обобщается все о войнах и их доблести. Можно увидеть вживую, как это происходило, и вернуться как в прошлое. Сделать это могут все желающие. Экспозиция будет работать в течение 2 месяцев по будням в Доме офицеров по адресу улица Марии Ульяновой, дом 6. Егор Канавин, Артем Смирнов, Вологда портал.